Похолодание в квартирах новосибирцам пока не грозит. Отопительный сезон продлен. Уже в пятницу температура воздуха вновь начнет опускаться. В выходные ночью ожидаются заморозки. Решение о завершении отопительного сезона примут только после первомайских праздников, когда синоптики подготовят подробный прогноз. Отключить батареи централизованно можно только, если среднесуточная температура выше 8 градусов держится в течение нескольких дней. Но уменьшить подачу тепла собственники могут на общем собрании. На каждом отопительном приборе предусмотрена запорная арматура. Это возможность регулировки индивидуальной. То есть есть возможность регулировки всей системы в целом отопления жилого дома. Есть возможность еще и групповой регулировки, там, где это возможно, на центральных тепловых пунктах. Вот. Основные проблемы у нас возникают действительно там, где жилые дома подключены непосредственно к тепловой сети, минуя центральные тепловые пункты. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!